Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме созрела очередная инициатива, касающаяся пользователей электрических самокатов. По мнению депутата Дмитрия Гусева, управлять таким транспортным средством можно только при наличии водительского удостоверения. Получать его можно с 16 лет, как на мотоцикл. Соответственно, все, кто не достиг этого возраста, не имеют права влиться в ряды самокатчиков. Несколько недель назад в Нижней палате парламента предлагали ввести обязательную регистрацию для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Трасса 101. Компания Geely обновила кроссовер Cool Ray. Машина должна появиться в продаже в нашей стране до конца этого года. Внешность паркетника стала более спортивной. Ее разнообразили вставками черного и красного цветов. Сзади установили большой спойлер и 4 патрубка выхлопной системы, по 2 с каждой стороны. Под капотом новый бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 181 лошадиная сила. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот. Сейчас заводские цены на Cool Ray начинаются почти от 2 миллионов рублей. Трасса 101. Вы решили приобрести автомобиль с пробегом. Как поступить? Изучать многочисленные интернет-сервисы по продаже машин, что может занять кучу времени, или обратиться за помощью в компанию, которая специализируется на продаже авто с пробегом? О преимуществах последнего варианта маркетолог компании «Мотор-эксперт» Кристина Баженова. Основной из плюсов – это юридическая чистота. Мы всегда предоставляем автотеку на автомобиль, можно все посмотреть. Когда обслуживался, где обслуживался, всю историю. Потому что бывает, что человек не знает, что было с автомобилем. Не все сейчас заказывают автотеки. Кто-то, возможно, решает своими силами, знаниями. Ну и к тому же техническая тоже составляющая. Что? Можно быть уверенным, что все, от и до автомобиль проверен, обслужен, и он исправен. Да? Автомобиль обслужен в «Мотор-эксперте». Это однозначно. Вы покупаете не кота в мешке. Вы покупаете достаточно хороший автомобиль. Еще из основных плюсов это все делается очень быстро. То есть вы пришли, купили, уехали, вы довольны и вы уверены в своем автомобиле. «Мотор-эксперт» находится в Кирове на Московской, 172. Телефон 623-00. Сайт motor-expert43.ru. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».